Изобретатели из Челябинска придумали уникальную технологию. Благодаря ей можно сохранить тепло организма. Вот такая маска позволяет не кутаться в шерстяные свитера и шарфы. Дышишь в нее, и тебе не холодно. Это достаточно наукоемкий продукт. Значит, представляет он собой биополимерный композит с комбинацией макро- и наноканалов. Вот. И, по сути, это воздухо-воздушный теплообменник для того, чтобы утилизировать тепло выдоха. Тепловые маски идеальны для людей, которые работают на улице в условиях холода, для тех, кто любит активный зимний досуг, а также страдающих легочными заболеваниями. Выйти в такой маске на улице города рискнет не каждый. Ходить так у нас все-таки не принято. Еще одним наноизобретением можно назвать солнечный коллектор. Он предназначен для нужд отопления и горячего водоснабжения как в частном секторе, так и на промышленных предприятиях. Представляет собой такую пластину, две, вернее, пластины, спаянные между собой. Толщина 0,3 мм, он практически как фольга, держит давление до 6 атмосфер. Здесь идет подключение контура отбора тепла, ну, либо контура нагрева. То есть вход-выход теплоносителя, и уже теплообменник исполняет свою функцию. То есть либо забирает тепло из какой-то среды, либо, наоборот, какую-то среду нагревает. Наноразработки челябинских изобретателей пока еще не нашли широкого спроса. Но изобретатели оптимизма не теряют и уверены, у средств нанозащиты большое будущее. Алена Чеплыгина, Наталья Радько, Сергей Милютин, ОТВ.